Если вы не можете прожить и дня без мобильного телефона, но сейчас ваши близкие вам не разрешают его держать в руках, то предлагаю убить двух зайцев и узнать, что в интернете творится интересненького, и близким угодить. Рубрика «Соцобзор». Чтобы наша рубрика была хоть чуточку полезной, начнем ее с объявления. Требуется Татьяна. Ха! Скажете вы, а ведь все гораздо глубже и серьезнее. Директор этой компании на вопрос жены, а что это за Татьяна тебе звонит, только придумал хорошую отговорку, мол, это продавщица в магазине шин. Вроде бы все, семейный покой. Но тут на тебе, и Танечка-то уволилась. Продолжим соцобзор трендом, который давно укрепился в Рунете. Хэштег «Следуй за мной» или по-английски «Follow me», который придумал Мурат Осман. Мужчина путешествует со своей возлюбленной по всему миру и делает интригующие фотографии в одной и той же позе. Знаете ли, на этом-то мир не встал. Вот, пожалуйста, новый тренд «Следуй за мной» от мужчины азиатской внешности. Закончим соцобзор красивым видео, на котором красивые девушки и красивые виды с кировских крыш. Вот как всегда, на самом интересном месте появился он. Конец рубрики. Если вы нашли интересную картинку, видео или что-нибудь еще в интернете, присылайте их сюда, наша почта. Ну а мы продолжаем эфир.